Вот он. Красивый, да? Он такой на норку похож с расцветочкой. Маленький мой любимый. А мне потом, когда я покупала где-то корм, а там девушки были, ну, такие, восточного типа. Говорит, а вы знаете, что означает малик в переводе с арабского? Царь. Так что у меня царь дома. Раз, два, три, четыре, шесть штук. Или пять? Раз, шесть. Два, пять, шесть. Нет, вот смотрите. Раз, два, три, шесть. Шесть. Точно шесть. Шесть штук. Не бойся, мы ушли. Ну, красавцы. Надо волонтерам звонить, чтобы пришли бы, забрали бы их. Тех, по-моему, остаток забрали. А вот один серенький бегает, похожий на нашего. Да. Вот так в возрасте я и взяла, вот в таком. Это месяца два ему. Не бойся, нет. А они туда уходят, залезают, маленькая мамочка. Мамочка-то залезет, да дети-то как? Так, о, как мама залезла. А вы не залезете. Сейчас посмотрим. Не смогут. Ну, скользкая стенка. Ну-ка. Как у них? Мама, помоги. А мама боится. А детишек побросала. Вы-то идите отсюда. Еще я этих кормлю. Ой, ты какой колесенький. Такой коротконогенький. Такой ляпонький. Вот, на него похожи. Идет вот два похожих. Эти два, эти два. Красота. Ух.